возраст и уровень физической подготовки не имеет значения, когда речь идет о здоровье. Такого принципа придерживались организаторы забега, посвященного Дню России. Свое утро 12 июня патриоты нашей страны начали с пробежки от ЗАГСа до стадиона «Металлург», где их встречал глава Ленинского района Олег Хромов, чтобы наградить участников забега медалями. Вот именно спортивное мероприятие нас сюда и привело сегодня. Хочется, конечно, сказать, чтобы побольше таких праздников было. И именно со спортивным оттенком. История нашей страны насчитывает более 1000 лет, а праздник День России достаточно молодой. В этом году его отмечали 25-й раз. В Ленинском районе праздновать День России принято спортивными мероприятиями. Ведь здоровье нации – это одно из приоритетных направлений развития государства. Мы все гордимся своей страной. Мы гордимся нашим любимым Подмосковьем. Мы гордимся населенными пунктами Ленинского муниципального района. Я уверен, что все сегодня пришли с большим воодушевлением на праздник, приняли участие в этом забеге, который стал у нас одной из традиций проведения именно праздника Дня России. В рамках мероприятия состоялось награждение работников муниципальных служб. Наталья Цатурян – одна из тех, кому вручили поздравительный адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Она, как и многие муниципальные служащие Ленинского района, изо дня в день трудится на благо общества. Труд наш оценили, за что я очень благодарна и испытываю гордость. Большое впечатление праздник произвел на молодежь. Ребятам понравился забег и в День России, и многое хотелось пожелать россиянам. Я хочу поздравить всех, пожелать им покрепче здоровья, получше счастья, чтобы они всегда оставались благополучными, хорошо учились и были очень успешными людьми в дальнейшей жизни. Поздравляю всех россиян с праздником и желаю им творческих успехов, побед и всего-всего-всего. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.